Всем здорово. Ну что ж, вышел патч 4.2. И, конечно же, на часах еще даже нет 6 утра, а я уже кручу. Я сейчас буду крутить Фурину. Да, эти великолепные круточки мы сейчас с вами будем наблюдать. И очень надеемся на Фурину хотя бы C1. Так что давайте посмотрим баннеры. Что ж... Да, это очень красиво. Это один из самых ожидаемых баннеров. Байджу... Окей, стандартно понятно. Ну и скамища оружка. Многие захотят, конечно, выбить себе сигну на Фурину, но Байджу этот бублик заскамит. Отдаем все абсолютно сегодня Фурину. Не скамимся на оружии. И надеемся увидеть побольше еще и Шарлотты. Почему бы и нет, тоже новый персонаж, тоже очень красивый, очень интересный. Скорее всего, если она не будет с Фуриной вместе падать, мы не увидим ее сплэш-арт, потому что можно задолбаться. Но она очень красивая. И в своем бутерлисте я бы, может быть, даже подправил. Возможно, бы я ее отправил туда повыше. Надеюсь, вы смотрели тирлист моих вайфу. Если нет, посмотрите на канале. Ну а мы надеемся на Фурину. Надеемся хотя бы на одну раннюю легендарочку. Ну, либо как минимум не проигрывать сегодня. Что ж, пишите в комментариях, будете ли вы крутить Фурину, потому что это просто, это что-то невероятное. Мы наконец-то ее дождались. Наконец-то ее баннер в игре. Да, летит легендарка. Как хочется, чтобы это была Фурина. Пожалуйста. Пожалуйста, пусть это будет Фурина. Я очень сильно надеюсь на это. Да! Какая красота! Японский. Ох, ох. Это очень красиво. Ой, а как тут карточка ее выглядит? Ну, это поистине красиво. Я очень надеюсь, что вы все будете крутить Фурину, потому что в дальнейшем, если вы ее сейчас не покрутите, вы, возможно, пожалеете и будете ее крутить просто потом. Но если у вас есть круточки, покрутите, она будет полезна. Шарлотта. Она будет полезна, если... Ну, как минимум, у вас есть персонажи, последние два, которые выходили... Ризли, Невилет, почему бы и нет, очень хороший для них саб-ДД, либо саппорт-хиллер, почему бы и нет. Так что да, мы наконец-то дождались этого. О, еще одна легендарочка. Кстати, я пока разговаривал, я и как-то и пропустил, сколько мы открутили, но надеемся, что это стандарт. Ну, как бы я уже даже не злюсь, я сегодня в хорошем настроении, несмотря на раннее время. Я просто уже увидел сплэш-арт Фурины, я дождался этого. Я наконец-то покручу на своих аккаунтах ее, и... Делюк уже не может испортить настроение, если же, конечно, только не прилетит мне на моих аккаунтах. Но да ладно. Ой, как же хорошо она выглядит. Осталось ее посмотреть еще игровую модельку прямо в игре. Конечно же, мы сначала докрутим, а там уже и посмотрим. Шарлотта, хорошо. Шарлотта в принципе падает, и это очень приятно. Но. Да, еще легендарочка, еще одна. Ну, это уже само собой C1. Итого у нас Фурина C1. Это шикарно. Да. О, какая красота. Ой, ё-май. Ой, какая десяточка хорошая. И вот Бейдо мы уже залутали C6. И можно сказать, что Бейдо, скорее всего, будет падать всем в большем количестве, нежели остальные четверочки. Что немножечко обидно, потому что хотелось бы всем, наверное, получить C6 именно Шарлотту. Ну да ладно. Да. Мы с вами сейчас открутим стандарт, а потом уже докрутим
оставшиеся круточки Фурину, возможно, конечно, и выбьем, возможно, и нет. Посмотрим. Уже, по сути, не столь важно. C1 мы получили. Это просто великолепно. Потому что мы первый раз выиграли, и это хорошо. Ой, пишите свои эмоции от этого баннера. Будете ли вы ее крутить? Ну и, конечно же, напоминаю, что... О, легендарочка. Давайте посмотрим легендарочку, а потом я вам уже напомню. Что же это будет? Может быть, однорук какой-нибудь? Хотя... Да, прикольно. Почему бы и нет? Не помню, насколько он ей подходит, но, скорее всего, нет. Но как затычка на первое время, почему бы и нет, легендарка? Типа, хорошо, окей. Давайте докручивать. Напоминаю, этот аккаунт вы можете получить себе. Просто напишите любой комментарий под этим роликом и залетайте в телеграм-канал по ссылке в описании. Там через 2 дня будет розыгрыш на этот аккаунт. Просто напишите, будете крутить вы Фурину или нет. Да, все так просто. Но, к сожалению, больше мы не увидели. Не увидели мы больше Фурину, но... Но... Блин, все равно она есть C1, это хорошо. И давайте посмотрим, что у нас по констам на персонажей. Сначала поставим оружие, просто пусть будет. Если оно есть, пусть стоит в руках, какая разница, правильно? Правильно. Так, созвездие C1 у Фурины, кстати, очень много как-то ее расписаны созвездия, ну да ладно. Шарлотта у нас C5. Осталась всего одна конста, и кто заберет аккаунт, может докрутить даже C6. Так, эти персонажи у нас без конст. Бейдоу C6, само собой. Потому что она нам очень активно падала, даже с излишком. Но это приятно. Дополнительные крутки. И Калей C5. Крутки получились хорошие. Крутки получились шикарные. И даже, наверное, больше и круче, чем я ожидал. И что ж, я хочу сказать всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравились эти крутки. Надеюсь, вы захочете заполучить себе этот аккаунт и напишите комментарий под этим роликом. Также не забывайте залететь в телеграм-канал по ссылке в описании. Там приятное общение и уютная атмосфера. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, спасибо за лайки, комменты, подписку. Всем пока-пока и удачи на просторах Тейвата.